Пошли То же трошки. самое. То же самое. Десятка. Раз, два, кидай мне. А я ему на мейн. Третий один. Не нужен. Погодите, а Вань, какой, кто мейн все-таки? Паладин, ДК или курица? Он варен. Он... Ваня вара вначале сделал, но потом ничего не полутал. Наемник за 10. Короче, паладин. Он 10 тысяч и поснял, если что. Себе. Наемник 10 раз. Два. Три. Кидай мне. Поставьте хантовскую ауру. Еще последняя регалия осталась. Тоже за десятку. Слышите, поставьте хантами ауру на скорость бега, чтобы замедлить танк. Лапочка. Лапочка раз. Два, может, на лоб кому-то надо, потому что у него этот вин. Если кому-то на лоб надо, то заберет он приоритетом. Быстрее. Раз, два. Все, кидай, Вадим, обмен. Так, я сейчас набрал какой-то такой говнячий рейд, блядь, а кто дамажить будет? Сейчас надо перебрать троху. Будет перед этим. Видно, однако. Не, ну, нет варчиков. Правда, не обижают. Не, ну, реально каких-то... Заменку, на заменку. Каких-то помоев. Каких-то помоев набрать. Где вары, блин? Сейчас будем варов на место. Вары не дамажат. В этом НС не дамажат. В этом НС надо дамажить трэш. Да они нигде не дамажат. У нас два вара в гильдии, которые дамажат, потому что просто у них четвертая випка и все. Да. Только випкой дамажит, да? Да. Петя, это камень в огород, и Галя тоже. Че? Да, те же сами говорили, что Галя в больнице. Че он просто? Тут камень в твой огород кинули. А у Трояна четвертая випка или нет? У Трояна. Лёня сказал, что вы дамажите из-за четвертой випки тут. Вот да. Если бы у Трояна четвертая випка была бы, он бы вас взяли передамажил бы. Все, народ, go must dispel. Я могу сказать одно. Лёня опять ноет, бедный Лёня. Давайте пожалеем Лёня. Скинем все ему на випку. Нет, просто ноем. Пожалеем, Лёня не ной. Глаза вытекут, чем смотреть будешь. И так криво. Я думал, ты скинуться хочешь. Я тоже так за щеку уже взял, на вид нормально. Фу, бля, кикните с рейда за щеката. Топ ДПС будет задонать тебе седьмую випку. Сука, вот она и випка. Я играю на випку. Я вообще играю максимально непрофитной расой для воина. Какие ко мне претензии? 5% от випки — это моя компенсация. Ты от агро не страдаешь, зато это никогда. Ну да, и только из-за этого я и играю, что я люблю врываться и не останавливаться. Агро не проблема ДДшников, это проблема танка. Но когда, ну, блядь, я всегда, да, даже с открытием ока, даже без Т5, я никогда не умирал от агро и дамаживал всегда от души. То есть не останавливался, ничего такого. Теперь кто-то желает на... Для пристах. Замену я желаю. Нет, на фурике... Я уже кинул на замену. На фурике сложно агро сорвать. Чтобы агро сорвать, нужна четвертая випка. Да. Ты еще не играл с Левой, не играл, блядь. Ебашит, блядь. Ладно, тихо. Лёня, давай в рейд. Кому не нужен босс из тех, кто в пятой пати находится? Женя, ты останешься по-любому. Вы взяли от кастеров каких-нибудь? Буревестник, Паша. Так в смысле в рейд? Я в рейде. Нет, ты пока не в рейде.
А что я с вами бегаю? Как я с вами бегаю? Саня, я танк или в Акате танчит? Ты в Акате танчит. В Акате... Юи в Акате дестроер. Мне нужно будет зайти на Короли с этим... Сомали, хорошо, зайди. С Грулем. Вот. Сейчас, подождите пока. Завтра я вышел. Так, Маш, надо что-то с босса? Давай, уступи. Ты топ-хайк. Дракона. Маш тоже давай туда на замену. Лёня в рейд. Лапочка в его. Сомалийский танк будет на трэшке. Так. Бета-тестер, ты тут? Саня. Да. Все, ты в рейд будет. Тандем у вас с Троянским будет. Дал помощника, Ваня, проставляй пока метки, пожалуйста. Что, Троянского? Я не услышал. Троянский говорит тандем. Тандыр. Короче, на метках третьей апатии определенно Джипси, Марсе, Самобой, Джанк. Эти люди прожимают кубы. На кубах. Да, сейчас будет. Можете под сапротами остаться бить. Кого там фласки нет, свою куда-нибудь выпить. Нормально. Так, дальше. Тех, кто здесь не был, кто на боссе делать? В первую очередь, запоминаем метки по сбитию кустов. Дестройер сбивает Луне, Ромбику сбивает Юи, Троянский сбивает Квадрату, Гламур сбивает Кресту и Трусам сбивает Бета-тестер. Смотрите, сбивать нужно исцеление тьмой. Каст. Не залп стрел тьмы, а исцеление тьмой, чтобы они не хейлились. Это первый момент. Далее. Босса мы будем держать в центре. Будет держать в центре. Бьете просто босса. В лужах не стоите. Через какой-то период времени будет активирован один из порталов. Либо левый, либо центральный, либо правый. Когда активируется левый портал, там будут появляться мобы. Я буду на декурсе, если же пойду прожимать куб, под дисплеит лапочка. Далее. Первым мобу сбивает каст, который выйдет Троян. Ну, там Ваня будет назначать, если что. Ренессанс будет напуливать второго моба, Враска будет напуливать третьего. Напулив сомалийского, если он задается. Когда выходит левый портал, активируется, смотрите все свое агро. Контролируйте, и все косты должны быть сбиты обязательно. У всех четырех мобов. Сбиваться косты. Саш, можно я добавлю? Не только агро, следите за ним, но и когда вот левый портал открывается, мобы выходят один за одним. И танк может не забрать его просто на себя банально, в куче этой. А вы можете там случайную бурю, как в прошлом КД Мэйлик, кастануть, и его убило просто. Танк даже не забрал на себя. Да, поэтому смотрите аккуратно, не спешите. Лучше выжить, меньше чуть задамажить, но выжить. Короче, этот момент. Далее. Активируется центральный портал. Центральный портал, если активируется, Троянский грипает моба одного. И Ваня его повторяет. Играйте всегда по черепу, под боссом. Босс будет тоже в центре стоять. И активируется правый портал. Когда? Просто играете, когда все бесы выйдут, играйте через АУЕшки. Никто никакие рывки не дает, ничего не станет их ни в коем случае. Станы будут по командам. Первый будет станет там в Акати, потом застанет Сацуна, если что. Не, давай первый Сацуна, потом, если что, застанет в Акати, и четыре кнопки последний будет по команде. Так, рыба стоит. Кушайте все рыбу. Поставьте шкаф. Да, шкаф поставьте, бета-тестера засумоньте. Ты запомнил, бета-тестер какой ты метки сбиваешь? Треугольник, по-моему. Да, трусам. Босс простой, просто... Так, теперь по танкам. Первый танчит Юи, второй танчит Дестройер, третий Вакати. И по очереди танчите. Вы уже знаете, как танчить, поэтому танчите. Готовность. Понятно. Если все готовы, забегут. У кого фласки и какие брать? Кинь обмен. Да сапрот дам тебе, ты на этом стоишь. На кубах. Вадим, кинь обмен с токеном. Я там был. Еще, чтоб... Я тоже забыл. Пока не посмотрел. У тебя есть Тинчан? Здесь?
Я. Полинор. Инчан. У меня есть. Джанг. Джанг. На, тебе туда, ладно. Да, да, есть. 5 секунд. Ну, я уже Ваня скину. Окей. На, распылишь, кинет. Было бы. Ну, все. Забегайте все внутрь. Леня. Все играют точечно по черепу. Смотрите за огром здесь тоже на мобах следите. Юи, Мобой, Оксар. Уж это СС по танкам? Да, СС и Джанг закинь по Юи, Мобой по Дестройеру. Лучше по сомалийскому. Он рез может хотя бы. Блять, ну он на том трэш танчит. Его не должно служить. Ну ладно. Так, все. За гром следите, ребят, обязательно. Не забываем, исцеление тьмой. Юра, скинь агро, тут где нужно. Закастуйте бомжей, давай апокалипсис троянский. А это уехать, что все пахнет. Ребят. Можете не через ауехать, я точно бить. Ты череп только ставьте. Кто-нибудь. Из вас. Здесь задача убить именно кастеров вот этих. Избивать им косты. Блемов можно не бить. Нажми, Коля, ты тоже бомжей. Следующий Серега нажми. Саня. Ау. А если печеньки, вот все уже паролят на вайле, все, то можно будет троллить печеньку с тем учетом, что скоро обновление будет? Нет. Выйдет обновление, тогда и будешь троллить. Кто вам сказал, что обновление выйдет? Косты сбивайте только, ребят, уже два коста прошло. Выйдет, выйдет. Он сделает какой-нибудь Т4-3, блять. И такой да, рейд выкатит. Мне кажется, это будет длинно. Добейте последний череп. Големов можете потом не бить. Также кастер, забыл напомнить, тут будет верстан на вас печать максимум. Не последний? Не хуёво вообще тогда. Блять, добивайте, вон. Потому что били через АОЕ, блин. Валентин Тосом. Дождики льют. Кольник! Коля, иди лови босса. Сука, ну вот... Два моба живых. Пиздец. Давайте Геру. Черепок долечь, бейте босса. Босс, идите играть. Ну непонятно, бить точно было. Печать Максиридона вертится, когда каст когда заканчивается действие печати Максиридона. Вы должны стопнуть каст. На трех секундах даже стопать лучше. Не кастите. А также на Йоми, смотри, ты не просто так щитуй. Твоя задача будет под каждый сокрушающий танк защитануть, а то его может сложить. То есть не просто раскидывать по танкам. Вот, под сокрушающий должен быть щит. Забыл напомнить тоже. Крик на хп Кора... обновляйте. Смотрите, кубисты скоро кубы будут приготовьте. Приготовились кубисты. Я репу. Прож... Ваня, поферяешь? Прожали. Да. Все, отпустили. Отпустили. Отведите босса немного назад, ребят. Что, бить? По черепу все играйте, который под боссом моб. Попал в следующий ремеш. Только когда умрет, не раньше. Ну да, 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 просто...
Все, можно. Давай дальше. Да-да. Меня сложило. Бэр, давай. Да, да, давай. И рибах Гриб послали. Черепу. Ну, мне тогда. Апокалипсис. Другого грипну, или похуй, бейте этого второго грипну. Да, блядь, не мог выделить его. Тихо, похуй. Закушка через 25 секунд, надо успеть всех убить до 20, хотя бы почти всех. Скажи, куда грипнешь, какая грип? Грип, грипы. Грипы. Сейчас такого ми вообще хорош. Все, последнего ДД добейте просто. Да лучше грипнуть, грипы, грипы. Ладно, грипы. Приготовились. Грипы эти. Кубы прожали? Прожали кубы. Ладно, отпустили. Больше ДПС по мобам. То есть посмотрю, кто не бил. Все играют в приоритет всегда в мобов. Они это этот, а не вон этого. Наемник старается по читками держать танков, а то почти складывает. Там хилы, пока гитаристы живые, вы хилите без холипала, так что смотрите. Этого грипп. Следующего. Танкой можете погриппать там. Какого? Там лужа, ну шо, куда вы грипнете? Центр босс, нету. Лужа не дамажит. На 3 секунды. Вот еще не бегите! Аккуратно не бегите на эту, на волны эти, никогда не бегите. Нелики. Гриппайте под босса последнего. Блядь. Я уберусь вместе с боссом. Приготовьтесь, скоро вспышка будет. Сбегитесь по меткам. Левый протокол активируется. По кликам кастов сейчас. Прожали. Отпустили. Хорошо. Я на декурсе побуду. Подводите босса. Черепок кикает первый апокалипсис. Ты сидишь, кикаешь косты ему. Понял. Следующий черепок. Конь. Коля, дай массу сокро. Айсбаунд, точнее. Как закончится айсбаунд, нажмешь следующий сейв. Последнего после вар будет, который остался. Мейсон. Черепку Мейсон. Ну тут мама подлясся. Ваня, продли массакру, если есть. Нет. Дайте кливы. Пул стандал. Вспышка сейчас. Приготовились. Видите, после центра прожали. Пустили. Луну, луну. Луна. Все нормально. Отведите босса в центр, ребят. Блять. О. Не успел. Реснится, но я... Сейчас без ДЦ. Пока не реснут. Реснет, когда добьем мобов. Смотрите, ДКшники, эти танки вы сейчас прожимаетесь обязательно. Да отбегите вы на другую сторону, ну ё-моё, ну чё вы стоите под этими волнами? На мне печать Мактеридона, я взорвусь, наверное. Потеряй сосуны ты. Давай. Теряю. Ваня, не теряй. Да, обратно теряю. Следующий. Этого грипп. Лужа, старайтесь не стоять, чтобы лишний урон не получать. Грипп. С последнего гриппните. Иди, сомалийский БР, не наем, и дай сразу иннер. И... Дали кубы. Пустит. Отпустили. Ким можно дать на ванну?
уже был. Давай ты нажми. Апокалипсис черепа. Босса ближе к черепу подведи, Ваня первым нажмешь. Стоит. Потом Коля. Потом Блокать. Следующий конь. Коля есть? Нажми сейф. Следующий Рария. Последнего вар, который Мейс. Можешь там нажать на моего? Ваня, нажми сейф. Берите босс. Вдвоем зря забрали. Сейф отдали. Ладно. Я на пол не вижу. Есть вообще? Вспышка сейчас. Да, приготовились. Сбежались по декурсии, Вадим. Я на вспышку побежал. Нажали. Блять, я проебался. Или нет? Нормально. Здравствуй. Стой. Отпускай. Отпускай. Там сможет тупо нажать и отпустить. На Йоми нужен Иннер, либо Гим, кто там есть. Войд, закастуй Гим. Уже был. Все так же с демонами по очереди, я не буду проставлять. Я умер. На Йоми, если есть, нажми Гим, на маму, если есть. Мани полностью счастливый сегодня. Я хилю пока, можете расслабиться. Могу я нахтать кому. Иннер нужен будет по Полинору, сомалийский как сможешь сразу зальешь. И по Наёме. По Наёме зальешь лапочку ты. Вспышка. Иди курси. Нажали. Отпустили. Все так же остается. Только от грани умрите, вы видите босса в центр. Сейвы еще откатиться, по идее, должны были. Коля, ты первая дашь. Ваня, ты следующий. И Женя последний. Не можешь отдать. Отдай по Полинору лапочка, Нина. Че, будем еще портал ждать 5%? 3%? Да. Да. Можно убить два моба и привести. Мобов добейте. Сколько времени там до портала? 23 секунды. Не успеем. 20 часов. Паша, когда сможешь, закинет Иннер по Наёме. Сразу. Как там сможет. 5 секунд. Вспышка, приготовьтесь. Это Роху, бля. Что еще портал, да? Бейте магика. Юзи. Есть? Он сейчас станет. Ребахните. Любой гимн на ману, если есть. Магика пьем или бесов? Магика. 1%. Выводите в центр. Сейчас будет перефаз. Все луну взяли? Абсолютно все. Ты тоже Малитка сам Малитка. Тоже с нами. Сейчас еще один моб уже выйдет. Ренессанс, блять. Ренессанс убить надо. Сука. Заберите моб, забирайте их. Право фернул. Даю на хп.
Еще на хп читайте, не, пожалуйста. Жив все время читайте. Демонов бейте. Декурсик кто-нибудь. Декурс. По декурсик кто-нибудь. Полинор, давай ты. Или этот, Марсес тоже вдох, да? Локсар. Локсар, Полинор. Бэр есть. Дальнего. Ферну. Давай БР по лапочке. Апокалипсис, дикурс, сбипси, дикурс. Ручку нажми, ты все умрешь сейчас. КД. Аня. По лапочке. Это вайп. Какой вайп? Да. Да, надо менять просто рейд. Пол рейда мёртв вообще. Кто не дамажит, кто не дамажит, надо убирать. Почему ты, блядь, не побежал со всеми? Как хилить вообще? Я побежал, но не жопой. Слушай, ну блядь, ну боком беги, ну вот развернулся вот так, бочком, бочком. Офиг. Давай линкуй в трэш, что там, скадр, кто-то линкует. Я не знаю, ну блин, трэш умирает, блядь, миллион лет. В архидемонов. Есть несколько дельдей, которые не дамажат. Сейчас их поменяем. Мейсон, Локсар пока. Он архидемон. Ну, конь умер еще, ладно, хуй с ним. Локсар, Эмобой, Гламурище, Джипси, Воид, Марсес. Это там 10, которые с ним. Так. О. Слишком много магов всяких и так далее. По стражам. Террария, Локсар, Гламурище, Мейсон. Это ниже танка. Ниже танка, блять. В смысле, я бил стражей. Так, ну, Лария Миллик намажил. Да чего, она, заходи в рейд. Мобов не гриппуют или что? Почему? Когда гриппуют, я гриваю. Почему Сатсуна и конь топ 1-2? Не знаю. Випка, наверное. Я не знаю. Сетьпай. Бля, точно. Трушка дома, наверное, потому что, блядь, мне еще и сандеры надо поддерживать, а они, блядь, могут тупо сандерить моба. И поэтому они в три раза больше тебя. Наверное, не знаю. Ты не кидай сандеры. Я с ним нас помял. Будрейвен, заходи. Тогда разом сам зашел. Вы смотрите, Будрейвен. Галя, ты здесь? Галя. Я и так за весь бой два или три раза Сандер полностью проебал. Да, есть, Серега, иди. Апокалипсис, прыгай в этого... Лемняшку, Серега. Прыгай в танка. В танка? Ну, блядь, недолго да. Музыка играла. Дексиона тоже в рейд. Галя, ты тут? После кого? Я, как всегда, после Юви забираю. Он здесь всегда был. Ребят, на минуту успею в туалет бегать. Да. Ты будешь там чуть вторым апокалипсис. О, как сюда? Ну шо, поехали. Если кто-то дает в два раза меньше, чем топ-1 по мобу, любой пачки из мобов, он получает минус 300. По какому мобу? По какому? Любому, блядь. Всех мобов бьет. В чем проблема? Бить я мобов. Бьет! Мобов, ну, рассекающий удар бьет мобов. Как я могу не бить мобов? Щеку. Если у меня топ-1 таргет по ДПС рассекающий удар, как я могу не бить мобов? Блядь? Таргет наберешь и бьешь. Слышишь, ну на скелетах ты не проси с него. Вот он в демонов нормально дал. Нормально он дал. В смысле, еще раз, если конь и Сатсуны топ-1 и топ-2. Как, блять, варом можно не набить в них? Ну, он ебланил стаки, наверное, обновлял, нахуй, когда босса не били. Ну, так об этом и речь. На, зато, блядь, босса нахуярил уже. Там, не в себя. Сандеры кидай на 50, когда уже ни мобов нихуя нету. А тут нахуй не надо. Что, короче, поставьте карту, Мейс, вот этих людей смоньте. Мейсон, Полинор, Будрэвен, Дексиона, вот этих, смоньте, ладно. Если Мейсон не будешь играть в мобов... Будет минус. Мобы приоритетом. Всегда. Не босс. Что-то очень мало урона. Я возьму вообще вармса, спекну, если тупо босса буду бить. Так. Будет бить, минус ЕП сразу получим босса. Ты тут свои условия не ставь, Лёня.
Ну, ее же сказали делать, значит делаю. Все. А ты Давай. В курсе, что там больше половины рейда дает меньше в два раза? Извини, я еще под сапротом был, дайте мне тогда ДД фласку. Бей, бей под сапротом. 9 минут осталось. Не будет вам отнимать меньше половины, если будет ДПС, просто дамажите нормально. Если у кого-то будет меньше 800 тысяч, вот тогда это проблема. Женя так все. Опять может и ебать. СПД надо кому-то? Еще уволили, возьмите. Не, ну, кстати, если бы я был бы не под сапротом, я бы, скорее всего, раньше бы сдох, там пиздец был. По костам теперь апокалипсис, луна, Юи, ромб, трусы троянские, крест, бета-тестер и квадрат гламур. Сейчас забежайте, будем бить босса. Свои фласки выпейте. Или кидай Эдексиона, дай. Я не знаю, зачем здесь БК фласки пить? Нет, тоже я здесь не обязательно. Выпейте свои любые сапроты там и так далее. Погнали. Короче, готовность. Да тут у босса... Женя, гламур. СС кому-нибудь кинуть? Да. Давай Эдексиона Юи, Будрейвен Апокалипсис. Стоп. Тогда Будрейвен с Амалийской, индукционная лапочка. Я тут. Погнали. Ты сбивай в квадрат у косты. Еще раз играем точечно по метке. Вот вам череп, по черепу играем. Потом череп переставят. Играйте также по черепу, сбивайте, исцеление тьмой должен, все косты убить. Следующий череп. Играем по черепу. Следующий череп. Дайте масфир крестами. Ой, приготовьте скоро ловить. 10 секунд, бас. Еще один. Последний. Дайте еще фирку. Варовский желательно. Дайте Геру. И бейте по боссу. Надеюсь, потом заберешь потиху, что сможешь. Всем тебе вам будет. Или нету? Есть, есть, осталось. Рибах. Дебафнись.
Прожимайся, бля, в тебя кастует. Там просто в атаке не забрал. Кубисты скоро будут кубы приготовить. На следующем танке тогда будет раньше. Или секунд 10. Меньше, да. Я ее не ударил? Ударил. Я прожал. Прожали. Отпустили. Что за хуйня? Веди босса. Куда? Я на декурсе. Играйте по мобам всем. Ваня, говори, кто первый конь. Коля, дай избаунд. Ты первый. Апокалипсис. Так, блядь, я хуй так проебу сейчас. Не, апокалипсиса не надо, не трогай его. Он этот. Там. Не то не слышит, не танец. Апокалипсис, дай избаунд. Вар последний, который. Лапочка инер по себе зальешь. Самодиской как сможешь, зальешь ин по наеме. Локати отдай сейф. Женька. Чуть позже. Давайте, Ваня, ты тогда. Ну давай, безопаснее будет. Всегда. Че же, блять? Женя, давай ты. 5 секунд. Кубисты приготовьтесь. Босса потом в центр, когда добьется. Жаль. Отпустили. Отпустили. Смотрите, не умрите никто. Трусы отбегите от того портала. Какого? Блядь, стоп. Танков хильте, вы без холипала пока. Следующего одного, любого. Это. Свободный танк. Все, грипнули одного. Потом череп грипнется следующего. Часть магика с отсюда через 5 сек по фире. Угу. Фире. Свободен. Если не бегите туда, мельники, грипп этого следующего, фире. Череп. Следующего, последнего гриппа, и держите возле босса. Ну, дайте грипп, там ДК вроде много. Ну, зафилили. Прожали, прожали. Забери апокалипсис сейчас. Все, отпустили. Апокалипсис, забери. Все. Отведите босса в центр. Босса в центр, боль дальше. Грибать? Подожди, там добей. Нет, нет. Окей, Вакать, я пусть тебя буду забирать. Черепок гриппы. Дай БР, гриппа ренессансу. Лапочка. Что там делать? Гриба. Черепок грипп. А чё хилы стоят около бесов? Так я не понимаю, кто же, блядь, можете отойти назад немного? Чё вы там стоите? Чтоб волны ловить или что, ну? Идите назад, за боссом. Следующий гриб. Любой танк, который не танчит. РТД бейте, который без метки. Вспышка через 5 секунд, приготовьтесь. Гриппы. Да не надо. Убейте РТД просто. Вышли.
Первый Сатсуны нажмешь. Скажешь, когда ты меня за магика не видишь? Да. Апокалипсис, да, избаун. Жми, жми, жми. Нажал, нажал. Я next. Даже не рекаст, это похуй. Босса в центр снова, только вы уже не зарядите. Если это прям фри. Скоро кубы будут приготовлены. Бля, буревестник, хватит печати ловить, пожалуйста. Демон. Показали кубы. Жаль. Что, убей, наверное? Первый конь. Дай, Женя, избаунт. Ой, не избаунт, а массакру. Второе рария. Так, Пафи, как сможешь, Иннер по буревестнику отдать. Второй вар третьего с чипком. Ваня, дай сейв. Конь потом черепок следующий твой. Отстанем. Хз, сокро отдавал. На последний. На котором я, на нем вагром моя тетя. За Сальвадор. Забейте мобо. Только скоро приготовьте, поди курси, лапочка. Чё, какой портал установил, блядь? Гитаристы. Прогнали. Пустили. Вот так. Стоп, стоп, урон по боссу, без ауне, бейте по черепу. Быстрее, все без ауесок. По черепу, точно. Ты перебьёшь босса? Просто... Босса просто отведите немного. Блядь, аккуратно. Сатсуны, потеряй. Следующего гриб. Все, босса держите немножко подальше теряю. Теперь от черепа. Вакати поднимите. Теряю, Вань. Дофиряю вот эту пачку. Я лучше похилю. Не вы подводите под босса. Кто в босса бьет? Все, бейте, бейте босса, танк просто в центр выбегишь. Не в пачку, а в центр. Да подожди, не надо босса, сейчас переведем. Еще там 1%, это ваш череп. Как и надо. Ваньки, Сань. Нахуя, вот нахуя это, Ваня, делать просто? Тебе минус сейчас даю. Да чего вы ругаетесь? Что давать минус? С паники. Сейчас еще один портал будет. О, да. Перевели, спокойно. Трусы, бегите все, чё вы там тусите? Да, у нас сука. Ну, бабленчик. БР кому дать? Бейте на танков. Дальше не сам, оставь, да, уж на там. Я встану, сейчас лучше попадет. Добейте последнего. Ладно. Кира, 20 секунд. Апокалипсис после Юю. Да я понял, увидел. Так, один БР есть. Три танка. Вы видите его в танце, разверните лицом по решетку. Давай по ренессансу БР. Только после откидывания. Сейчас откинет. Вот следующий человек, идите в центр и поверните его. Хорош. Паш, давай, Бэр. Даю, даю. Или дал. Вставай. Дайте ребаф и Геру сразу еще отдать. Менту ему все закиньте. Иннер, Паш, залей по наеме. На магика идете без меня, мне уже на работу надо быть. Ой, на ГР. Сходите по-любому. Берите пачку посильнее сейчас. Пофиг по проходке там на сайте в следующий раз.
Постой вам, Коля, если есть свободное, давай. По очереди. Могу из баунта дать. Давай. Под устрашающим ревом он меньше удар дает. Ну да. Ну, Машку убейте. За что улетел в этот. Я его сейчас убью. Сюда. Я меня тоже помогаю. Как можно так улететь? Куда я знаю? Может, просто забежал в лужу. Так. Лапочка, дай инер по... себе. Ты, Пашка, когда откатится по буревестнику, ты будешь понимать, не по наему. Если есть свободный гем, закастуйте. Сейчас сейчас гильдия за Сибирь будет, блядь, говорить. Ебать, что за хуйня. Сейчас, почему... Маги грузик ковает кто-то, блядь. Без нас. Полагаю, ну, что? А? А, все, я понял. Скрин, бля. Бейте нахуй. Скриньте, блядь. 20 хп нахуй. Маленький. Че? Да, не сами. Че вы хотите? Счет. Я лагаю. Твои трудности. А у всех нормально, в смысле, да? Лагает. Да. Лагает, но... Ну, этот... Убиваем. Ни хрена у меня разлагало, было 12 миллионов, стало 7. Нормально, да. Все, повисло. У тебя повисло. Отвисло. Просто. Можно просто так выдать. 300 миллисекунд, пинг. Сам надо бегать. Где ДПС? Я тебя спрашиваю, где ДПС? Я не знаю. Ой, дракон. Даже мне печенька правильно. Ууу, сверчок, ууу, поздно. Ооо, сверчок. Сверпчок. Да и посох неплохой. Дракон это как фурма. Показываю один раз, когда кидает ровно дракона, сейчас будет 100. Сейчас Санька такой, анролл. Дракон анролл. Так. Рольте дракона сразу. Блин. Опять кто там выиграл, скажи. Опять там кто-то непонятно. Да опять какие-то ноунеймы. Мейсон выиграл. Мейсон, да. И да, к Мейсону тоже вопросик. Чарки, сокеты, БК версия.